Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» захватили стратегически важный город Бугда в центральной части Сомали. Миротворческое подразделение Африканского союза, АС, в субботу вечером покинуло свои позиции под Бугда, который является экономическим центром провинции Хиран, говорится в сообщении агентства Рейтер. Это уже третий населенный пункт, который боевики захватили в течение нескольких дней. Ранее под их контроль попали селения Эль-Салиенди и Кунтувари. Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», движение молодых маджахедов, имеющее тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида», базируется в Сомали. «Аш-Шабаб» ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году. В отношении нее на территории страны действуют санкции.